Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Всем здравствуйте, всем привет. На тарелке. А голубая узбечка пришла вот с такой вот, наверное, это зеленая узбечка. Самоцветы. Тарабагай. Тарабагай было написано на пакетике. Тарабагай. Орские сливки, Туркестан кудряш, Туркестан белый, бордо, акварель, цина и чуй лайт. А чего это коза, как будто? Тарабагатай, да. Не знаю, что это коза, как будто, по вашему мнению. Я не злая. Нормально. Туркестан кудряш. Здесь есть на тарелке. Девочки, у меня просто ПМС. Возможно, у меня на лице написано, что у меня ПМС. Поэтому извините. Вот такого сегодня не будет. Будет просто хруст. И немножко болтовни. А может быть, много болтовни. Спасибо большое. Я сегодня гуляла с мамой по лесу. Сняла вам бложик, кому интересно, будет на ютубе. Мне чернослив нравится, чародейка уже не так сильно, как раньше. Доброй ночи, сегодня меню глины. Да, глины, ну и мел взяла тоже. Доброй ночи. Ну что, поехали. Что я хочу? Хочу цину попробовать. Такая она красивенькая. Цина. Башкирская глина. Она очень ароматная. Образует комок. Жирный сливочный комок. Это нежный.
Почти ровно год, как я отращивала от краски волосы. Поехали дальше. Орская глина – это орская пудра. У меня джакузи на двоих человек. Юрия танцами, балями занималась 5 лет. Могу станцевать тебя румбо, ча-ча-ча, джайв. Что хочешь. Я не знала, кого там чему модно, я просто захотела. Видел моего принца, кто знает, что у него рост 1,97 м. Это он меня уговорил поставить эту огромную ванну, чтобы он там помещался. Погода сейчас, значит так, был вчера дождь, сегодня было солнышко, но ветер. Какой-то из них турк. Так, вот это Туркестан белый, а вот это получается... Чуйская лайт. Ну, чуйская лайт маслина, сейчас разберемся. А мел, первый мел мой был это Честер, Белая гора, Атаман. Очень интересно. Недавно слушала ролик, где один из способов укрепить свои связи – носить вещи своего мужчины. Помните свою первую любовь? Да, это было в садике. Расскажите, как ваш муж сделал предложение. Он мне делал 3 раза, на 3-й раз я только согласилась. Это на свадьбе, где подружка моя кидала букет свадебный с балкона, а он повис на дереве. Там его сбивали, сбивали, сбить не могли. Ну, короче, мы уже пошли, а мой муж его досбивал. Говорит, все, зай, выходи за меня замуж. Ну, и тут сестра. Да, она выходит. Ну, и все. Вот так вот согласилась на 3-й раз. Это акварель такая красивая. Смотрите, видите, какая акварелька.
Жалко, что тут эфир удалили, да, я тоже жалею, там прям хорошо мы тему, да, проработали. Пардон. Мне так нравится, как она красит губы, бороду.
Я по поводу твоей отросшей седины относилась скептически, а сейчас смотрю и прям идет тебя. Может, вообще был он холодный, а? Вот я тоже об этом подумала, но я не хочу полностью красить, быть блондинкой, не хочу. Хочу, чтобы мои волосы, они такие русые. Как-то так сделала, чтобы я не красилась вот так прям. Не хочу краситься каждый месяц. А вот. И они такие мягкие, они вообще другие. А живые. Как-то плесень на моем миле. Не будем о грустном, да? Вообще другие маски я делаю. Вот. Они, кстати, тоже мне торчали как антенки. Кто-то написал, торчат как антенки. Мне они тоже очень сильно торчали. Конечно, еще не знаю, девочки. Дальше, что у нас там по списку? Chewy Skylight. Ну, бла. Вот голубая узбечка, которая пришла мне не голубая, вот такая вот. Это не зеленый цвет, а желтый. Как? Может, это зеленая. Даже смывается. Она безумно соленая. Прям безумно соленая. Мне нравится. В чем секрет вашей красоты? В масках Инстаграма. Добрый вечер. Почему называется именно Chewy Skylight? Ну, чуська она обычная, а чуська лайт у нас с соринкой. Класс. Обожаю соленую. Но она, кстати, помягче кусается. Вам бы хотелось попробовать глину из дальних стран. Говорят, что с Бахрайном очень интересно. Не знаю, я с японскую глину только пробовала. Не сильно. Хотели бы себя попробовать косметологические процедуры или делали. Я делала себе. Хорошо, бабки нужны. Корчумскую глину очень давно пробовала. Я думаю, да, она вкусная. Пока у меня на спорт. Я по спорту пока сейчас. А еще я хочу пойти и делать зубы. А зубы это в 5 раз дороже, чем спорт. У меня один пока сын. Тренируюсь я и сама, и с тренером, и на групповые хожу. Каждый день я просыпаюсь, провожаю сына в школу, ой, в школу, в садик. Мужа на работу, они едут, а я иду в спортзал. В 8 утра у меня тренировка, в 9 утра у меня йога, и я иду домой. Каждый день, кроме субботы и воскресенья. Вторник у меня групповая тренировка, силовая. И в четверг групповая, силовая. Во вторник на руки, в четверг на ягодицы. Ну, не сверх, короче. Вот.
Так вот, на букву Т, кажется, называется. Торцо, торцо. Ну, короче. Она, значит, мне нутрициолог, да. Нет, вот нутрициолог, да. Вот нутрициолог она. Значит, она мне сделала расписание. Я вообще к этому долго шла. Она говорит, ну что, будешь питаться? Я говорю, ой, я сейчас пока не знаю. Ну, короче, вот сегодня заканчивается, точнее, завтра закончится вторая неделя. Она мне сегодня пишет, ну что ты хочешь? Говорю, шоколадку. Ну какую шоколадку? Я ей скидываю джумки, она такая, состав такая. Она говорит, ладно, я тебе сделаю. Говорит, после вот этих ПМС пройдут, там 2-3 дня взвесится и будет новое меню. Тебе что-нибудь нравится или что-то поменять надоело? Я говорю, бери курицу, не хочу курицу. Говорит, ну давай заменим индейкой. Короче, очень питательно, очень много.